Привет, ребят. Начало марта. Сейчас мы с вами побываем на процессе очень интересном по вызариванию подсадных уток для охоты весной на селезни. И очень о многом в этом процессе расскажет с пояснениями, с комментариями Сергей, председатель нашего охотколлектива. Он профи своего дела, ребят, поэтому сейчас послушаем. Это будет интересная история и вообще о вызаривании, о самой породе этих уток, с которыми, кстати, мы охотились прошлой весной в Новгородчине. В общем, сегодня у нас подготовка, можно сказать, к охоте. Все о процессе вызаривания. Материалы, я считаю, полезны как начинающим охотникам, да, впрочем, как и бывалым. Может, кто-то для себя откроет что-то новое. Пойдемте. Сергей, председатель нашего коллектива, без двух минут, наверное, охотовед. То, что все мы хотим, это именно тот Сергей, который пригласил меня в прошлом году на север Новгородчина, где мы прекрасно отохотились на селезни с подсадной. И, в принципе, Серега и занимается подсадными, причем профессионально занимается. Вот очень хороший повод сейчас, минус 13, да, Серег? Да, минус 13 с утра. Приехали на вызаривание. Наша бурная лесная речка, которая даже в самые сильные морозы не замерзает, позволяет нам выкупить уток сегодня. Собственно, что хочу сказать по поводу нагалок. От крючков давно мы отказались, потому что это неудобно, трудозатратно. Используется вот такая вот привязь, кольцо от штор пластиковое, леска миллиметровая, можно чуть тоньше, и карабин. Карабины, они идут по номерам от самого маленького к самому большому, то бишь это где-то первый номер. В рыболовном продаются. Да, очень надежно и просто. В плане колья, чтобы постоянно не рубить колья, но, собственно, деревянные втыкаются хуже. Использую рыболовные рогатины. Да, самое... Экологично, не портим лес, не рубим кустарник. Да. Но это пока вызариваем. На охоте, конечно, вот эти ядовитые рогатульки будут селезни отпугивать. На охоте просто какой-нибудь коряги. На охоте просто либо груз, либо... Но кол будет ставиться уже на весь сезон, то есть их не надо рубить. Да. Здесь 4 утки. 2 старые, одной уже 7 лет, второй 2 года и 2 буквально прошлогодки. Все эти утки семеновских линий, то бишь родина этой породы является Нижегородская область, город Семенов и его окрестности. Деревня, деревня. Сейчас я покажу, в чем разница обычного окраса утки и утки чубары или осиновые, как их называют. То есть это... Уточки молодые, еще диковаты, к рукам не приучены, поэтому достаем очень осторожно. Достаем очень осторожно. Попалось. И рассказываю сейчас. Застегну, чтобы на волю остальные не попросились. Вот молодая уточка, буквально прошлогоднего выводка. Вот это чисто чубарая утка.
Угу. То есть у нее отсутствует рисунок на голове полностью. Угу. Неважно, темного она окраса, светлого она окраса, серая, коричневая, черные бывают. Но обязательно у нее отсутствует рисунок на голове, то бишь проточинки у глаз и прочее. Угу. Сереж, а вот клюв, цвет клюва? Цвет клюва не имеет значения. Клювик должен быть небольшой. То есть у дишки примерно в разы клюв длиннее, угу, чем у породистой утки. Ясно. Ну, собственно, что еще? Вот так выглядит современная нагавочка. Просто это стяжка. Стяжка, необычная стяжка, а под отверстие для самореза. Продаются они в Леруа, но надо смотреть, следить за качеством. То есть брать и проверять, ломать их руками, крутить, вертеть всячески. Потому что бывает очень различные качества у них. На него одета термоусадочная трубка. Иногда в два слоя, чтобы не натирала лапку. Угу. Хотя, в принципе, породистая утка особо с нагавки не рвется. Ну, собственно, сейчас сами увидите, вот утки вызариваются первую весну, поэтому и к рукам, собственно, не приучены, как они себя ведут на воде. То есть это вот молодая утка? Да, это молодая, необученная, то есть совершенно вот зеленая. Отлично. Утка, так сказать. И есть у тебя старки, которые... Есть старки, да, сравните в поведении, как бы. Да, и сейчас мы еще посмотрим отличие чубары от, да, от обычного окраса. Обычного окраса. Она, конечно, нас еще боится. Да, 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 да. К людям она еще не привыкла. Хозяин ее в руки не брал никогда. Никогда она не была на дикой воде. Купается, она уже все, начинает перья свои жиром смазывать. Уже готова встретиться с синей мышкой. Пришлось старушку прихватить так грубо, чтобы та не выскочила. Вот этой утке уже 7 лет. Я их уже знаю в лицо, что называется. Видишь, клюв более такой. Клювик совсем аккуратный, маленький, угу, да. Совершенно верно. Уточка очень хорошая. И вот на голове то, что ты говорил, у нее... Бензиновый отлив, да. Да, это рисунок. Вот тоже характерная черта породы. Это раз. Плюс эта утка не чубарая. Угу. То есть она появилась из одного выводка с чубарами, но имеет обычный, в принципе, окрас. Хотя он немного отличается. Она немного темнее. И рисунок не такой, да, четкий. Да, она темнее. Но на 100% чубар ее назвать нельзя. Угу. Вот интересно, собственно, да, как генетика вот это устроена? Да. Почему вот они это, так... Как вот это получилось, я как бы не знаю. Есть разные теории по этому поводу. Вот, собственно, она у меня зарегистрирована в Маире. Ага. Все как, да, положено. Да. А это еще должна пройти будет регистрация? Ну, скажем так, у меня осталось одно кольцо от прошлой утки, которую я подарил, угу, товарищу егерю новгородскому. Я просто это кольцо одену на нее. Угу. Это, собственно, по большому счету формальность. То есть тут такой строгости, как с собаками, нет. Пока. А там посмотрим, что будет. Да, да. Но она у тебя прям в руках хорошо сидит. Да, да. Хотя тоже утка характера. Да. Уж не та ли это, с которой я охотился, да, в прошлом, да, году? Она. Это она, да? Ах ты моя хорошая, так это ты. Так это добрая утка, но с характером, правда. Причем, Сереж, вот я что заметил, она никогда порожняка не гоняла. То есть кричала только, когда где-то чувствовала. Это такой еще нюанс. Как правило, утки без характера и работают. Да. Вот, попалась. Вот она, самая лютая, да? Ага. Клюв крупный, видишь, так? Ох, смотри-ка. Ага,
ты ее кормишь, а она вот так вот. Я ее недолго кормлю. Еще недолго. Справедливости ради. Так что еще привыкнет. Еще привыкнет. Ты посмотри, а? А вообще чувствительно? Нет. Как прищепка, да? Даже меньше. У прищепки пружина ту же. А ну-ка. О! О! Потрепли, потрепли. Вот это тоже на 100% чубарая утка. Угу, угу. Рисунка явного рисунка на голове нет. При этом она даже светлее, чем вот та, у которой рисунок есть. Вот смотрите, здесь крылышко подрезано абсолютно правильно. Одно крыло подрезается вот таким образом. Маховые перья, у которых удаляется только нижняя опахала. Большего не требуется. Подрезать поперек ни в коем случае нельзя. Утка будет мерзнуть, ей нечем будет укрыть своих утят. Но это делается для... Утеряет внешний вид. Она же взмахивает крыльями периодически, когда зовет. Привлекает, да. То есть она манит не только голосом, а своим поведением тоже. Но это для того, чтобы она просто не улетела. Да, она при попытке взлететь начинает сваливаться на то крыло, которое подрезано, и постепенно отказывается от этой затеи. Подрезается только одно крыло. Да, только одно крыло. Девочка, когда была еще совсем утенком, вылазила ко мне в лодку погреться. Ну, когда, это прям когда, милота. Когда замерзала. Милашка. Это не чубарая. Вот. Нет, тоже уточка с рисунком. Да. Но семеновская, тоже породистая семеновская утка. Сереж, а семеновские, значит, это породы, скажи, вообще, когда они начали заниматься? По разным данным, этой породе около 300 лет. 300 лет, да, вот так вот. Да, то есть селекция началась 3 века назад. Вот так вот. Да. Насколько она была сохранена во времена войны, вопрос. Но, собственно, для того, чтобы сохранить утку, особо ничего не надо. Угу. То есть большую часть времени она может жить на вольном выпасе. Природа делает свое. Да, да. Выдерживает любые морозы, по крайней мере, в нашей полосе так точно. Вообще, чем они славятся? Вот семеновские. Семеновские утки славятся в первую очередь тем, что они являются так называемыми темнозоренными. Раньше у людей, которые работают в колхозе, не было времени для того, чтобы охотиться на зорях или там днем. Охотились строго ночью, потому что днем люди работали. Угу. И вот эти утки, они славятся тем, что они работают по темному. Угу. То есть самая работа у них происходит до восхода и после заката. По темнозоре. Да, еще они славятся тем, что имеют голоса густые. Но это мы уже, да, убедились, да, в этом прошлом. Громкие густые голоса, плюс экстерьер у них такой. То есть уточки, как правило, компактные, аккуратные. Поджарые такие. Очень похожи как бы на диких своих сородичей. Вот с именно своим экстерьером. Ну и плюс, если с ними заниматься, утки ручные, как кошки. Угу. То есть они привыкают к человеку настолько, что... Еще вопрос такой, тоже часто ребята в комментариях, а к выстрелу как они вообще приручаются? Выстрелы не боятся совершенно. То есть у них это уже в генах. Не надо ничего специально ничего стрелять. То есть настоящая подсадная выстрела не боится от рождения. Это уже генетика, да, то есть заложено генетика, в коде. Ну, собственно, да. По этому поводу много литературы, я ничего не выдумываю, никакой от себя тяну не парю. Угу. Собственно, я сам эту информацию получил от потомственных заводчиков и из той же литературы. Сереж, чем питаются? Вот чем кормишь? Я кормлю в период передержки пшеницей. Пшеницей плюс обязательно даю гастролиты в виде ракушечника. Угу. Песка. Либо специальные продаются гастролиты в зоомагазинах. Угу. А вообще утка всеядная, как бы, птица. Ну, собственно, такая же, как и курица. Вот сейчас я, чтобы их поддержать витаминами, добавляю в корм мясокостную муку. Угу, угу. А так очень много планктона и разных минералов они находят, вот, ковыряясь в песке. Собственно, это еще один момент, почему нужно уток вызаривать. Угу. Слышал, дробленую кукурузу вот еще дают. Можно.
Любое зерно, в принципе. Сереж, а расскажи, пожалуйста, ребята, может, вообще, кто только начинает, они не понимают, для чего вообще, что такое вызаривание, вообще, для чего это нужно? С удовольствием расскажу. Смотрите, вызаривание – это в первую очередь подготовка утки к охоте. То бишь, утка должна привыкнуть к дикой среде. Утка, которая всю зиму жила в сарае на снеге, ну иного в принципе невозможно, если у вас не отапливаемый сарай, то утка живет всю зиму на снеге. У нее как бы засыпает жировая железа, которая находится в хвосте, при помощи которой они смазывают все свое перо. Вот как только утка начинает контактировать с водой, эта железа активизируется, и перо приобретает нужную консистенцию. То бишь видно, что с нее водичка скатывается, она не намокает и может очень долго находиться в воде. При том, что для домашней утки это не есть естественная среда, в отличие от дикой, которая живет постоянно в контакте с водой. Второй момент – это привыкает, особенно молодая утка, не бывавшая на охоте, привыкает к окружающей среде, к диким птицам, к диким сородичам, возможно, даже к пролетающим самолетам, проезжающим машинам и так далее, и так далее, и так далее. То бишь утка, которая не видела дикой среды, будет таиться, будет прятаться, ни о какой работе речи тут быть не может. Обязательно нужно вызаривать. Хотя бы раз в 5 до открытия охоты утку нужно вынести в дикую среду. И желательно в разные места, чтобы, поскольку и на охоте, скорее всего, места вы будете менять, также утка должна привыкнуть к разным условиям. Считается, что вызаривание на течении – это вообще наилучший вариант вызаривания. Такая утка выдерживает несколько часов без всяких плотиков, кружков и выхода на берег, просто сидя тупо в воде на грузе, потому что она привыкает вот к этой, к этому давлению воды, как бы борется с течением, и поэтому она привыкает вот именно находиться постоянно в воде. По времени вызаривания, вот сейчас ты их высадил, примерно сколько это? Час-два? Не принципиально. Сколько есть у вас свободного времени, сколько есть желания, столько и надо вызаривать. Есть у вас 20 минут – прекрасно. Есть у вас 3 часа – тоже хорошо. Но поскольку в среднем охота длится не более 3 часов на зорях, то как бы более 3 часов не смысла... имеет особого смысла. Да. Ну и, собственно, течение, вот чем еще хорошо, в любой мороз, вот сейчас минус 13 с утра, вся река, вот где более-менее вода, медленно. Ух ты, вон они, сороки. Да, дают осадку всем подряд. Сороком, видишь, помахали. Да, радуются, дают осадочку пролетающим сородичам. Собственно, на остальной реке, не говоря уже о стоячих водоемах, сейчас просто... воды нет, она подо льдом. Касаемо ложного кладки, то есть они яйца периодически откладывают, и есть такое мнение, что после этого они, и вообще при соприкосновении с селезнем, они после этого перестают работать или работают хуже. Вот это, что на этот счет скажешь? Это ерунда. Хорошая подсадная утка будет работать при любом раскладе. Главное, чтобы не было внутри яйца на момент охоты. Если яйцо внутри, она может, конечно, молчать. Как только она его откладывает, она продолжает работать. Главное не дать ей сесть на гнездо. Ну и, собственно, селезень отсаживается для того, чтобы у нее как бы, ну, возникал голод определенный. Когда селезень будет постоянно под боком, хотя, в принципе, в пик сезона даже это ни на что не влияет. Ясно. То есть главное, чтобы яйца не было у нее там внутри. Да. В этом случае она так же... Собственно, проконтролировать это достаточно сложно. Когда наступает сезон, особенно если утка содержится в естественных условиях, тем более если в парнике, то по-любому это будет происходить. Но на работу хорошей утки это сказывается совсем незначительно. То есть у них, в принципе, такое бывает, ложная вот эта беременность? У них будут появляться даже жировые яйца, даже без селезня.
Это как и у кур, это, собственно, естественно. Как природа. Просто не оплодотворены, но яйца все равно к концу апреля она начнет нести. Вообще, есть ли какой-то вот момент того, чтобы дать ей все-таки соприкоснуться разок с селезнем? Да, многие опытные заводчики рекомендуют иногда давать ей контакт с селезнем. Собственно, если у вас селезня нет в момент передержки, это можно сделать ей непосредственно на охоте. Просто подпустить? Да, просто подпустить. Потом просто поднять его и спортивно выстрелить с подъема. Либо, как вот в Новгородчине, селезень высажен отдельно и к нему просто подсадить. Иногда подсаживать, да. То есть это, в принципе, абсолютно допускаю. Позитивно влияет. Более того, даже позитивно влияет, да. Как по твоим прогнозам, скажи, вообще вот на открытие, да, мы все ждем апрель. А насчет погоды, откроются ли водоемы? Ну, то есть, в принципе, как я понимаю, здесь охотиться есть где открытая вода. Да, здесь у нас есть две реки, которые будут обязательно открыты к 20 числу. Безусловно, очень много хозяйств, где открытие 20 числа не имеет никакого практического смысла. Вот, например, та же Мещера с ее медленными речушками, гнилушами, с ее болотами и мелкими озерами, которые в прибрежной полосе промерзают до дна, это не имеет абсолютно никакого смысла открывать охоту в 20-х числах. Дай бог, если там появятся места, где поохотятся сутками, это вот в первую субботу апреля с открытием юга Московской области. Если даже не середина апреля. Да, то... да. Собственно, для тех, кто не в курсе, Мещера – это Орехозуевская, Егорьевская, Воскресенская, Шатурская. Шатурская. Да, и это вот то, что относится к Маиру. Плюс она туда дальше в Рязань уходит, на Владимирщину. То есть здесь, в Домодедовском охотохозяйстве, да, тут есть возможность? Домодедовское охотохозяйство в этом плане уникально. Есть вот такая вот речка, которая по меркам равнинных рек очень быстрая. Ее можно сравнить с небольшими реками Кавказа. То есть сами видите вот... Ну да, дурнины там, да, есть такие прям хорошие. Я к чему спрашиваю, Сереж, в принципе, ребят, Сергей занимается профессионально этим делом, он приглашает и организовывает охоты вот с такими замечательными подсадными. Люди едут, места, кстати, в принципе, ограничены, потому что уже есть постоянные, так скажем... Существует пропускная способность. Угодий, хозяйство небольшое, своих членов порядка 1000 человек, и поэтому, естественно, всех желающих просто так принять хозяйство не в состоянии, по нормативам. Контакты, я свои контакты, ну, в принципе, они и так выложены, оставлю в описании под видео. И если кому-то интересно, там, охотникам с Москвы, Московской области, Подмосковья, соединю я вас с Сергеем, потому что, во-первых, у него очень демократичная цена за его труд. А это все-таки труд, ребят. И вот все, кто приезжал, ребята пишут на форумах, в группах, довольны, потому что, ну, не все могут себе позволить. Все эти там весь сезон охотятся. То есть в основном это охота выходного дня. Люди приезжают там, работают, люди приезжают прям до работы, бывает даже поохотиться. Ну и, Сереж, на Вальшнапа тоже, наверное, сводишь. Без вопросов. Плюс у меня есть еще напарник Камиль, который как раз занимается организацией охоты исключительно в выходные. И он, в отличие от меня, здесь будет организовывать это дело до 10 мая. Я в середине апреля уеду дальше на север, собственно, вместе с Юрой. Ну, мы также в Новгородчину. В общем, ребята, контакты мои я оставляю. Через меня я уже соединю вас с Сергеем. Он распределит, Камилю ли вас направить или кому-то, потому что, я вас уверяю, охота вот просто вот такая вот здесь. Ну и, в принципе, для жителей Москвы, охотников Москвы, здесь ехать-то сами понимаете. 20 километров от МКАД. Да, Домодедовский район, то есть все. Ну и места, где поохотиться. Кстати, у Сереги вот такой скородок. Вот кто знает в этом толк или даже не знает, это будет полезно просто посмотреть, что надо ставить. Несколько скородков существует, да. Три скоротка, плюс, возможно, будут стационарные установлены из, так сказать, природных материалов. Так что проблем с этим не будет. Много мест разных, то есть это не одно какое-то место, где мы постоянно будем сидеть со всеми подряд. Мест достаточно. И каждый раз будет новое место.
Сереж, еще хотел бы сказать насчет коллектива, да, у нас порядка 100 уже человек, наверное, в коллективе. Да, уже больше 100 человек. Это первичный коллектив. Первичный коллектив Домодедовского общества охотников и рыболовов, да. А, ребят, если поэтому, опять же, если вы живете где-то недалеко или там, допустим, в Москве, вам, наверное, ну, те, кто дальше, там, севернее, наверное, не так удобно, но вам будет удобно, во-первых, и продлеваться, получать путевки, ну, и с таким человеком, как Серега, вы всегда, он подскажет, расскажет. Очень многие научились охоте вообще благодаря ему. Я считаю, что работу он делает во многом даже больше, чем егеря, поэтому это опыт. Он расскажет вам и покажет, и еще раз скажу, все особенности охоты. И это недалеко, поэтому тем, ну, кто желает, пожалуйста, опять же, пишите мне, соединюсь с Сергеем, как вступить в наш коллектив. Вот, будем на лис ездить вместе. Будем на копыта ездить обязательно. Да, то есть там есть такие, знаете, как сказать, некоторые льготные условия по предоставлению лицензий на косулю, на лося, на кабана. А, кстати, между прочим, Сереж, здесь это все есть. То есть... Да, здесь есть это все, но нам доступно, ну как бы точно доступно нам это кабан и косуля в Домодедовском охотхозяйстве. С лосем тоже проблем нет, мы просто отъезжаем чуть-чуть подальше, в соседние области, в соседние хозяйства, и также по демократичным ценам гоняем лося. Но надо быть не просто как бы обузой в коллективе, не просто платить взносы, а принимать немножечко активное участие в жизни коллектива. Ну, отработ... Приезжать на мероприятия, приезжать на отработку, на соревнования. Вот у нас недавно прошли соревнования по охот-биатлону, по мормышке, по зимней рыбалке. Собственно, этот фильм я уже выкладывал, ребята, кто не видел этот фильм, это просто праздник, это очень интересно для меня было вот это соревнование, первый раз в таком участвовал, ссылочку оставлю также в описании под видео, посмотрите, то есть вот ну такие мероприятия, какой-то активный вести, но вас к этому никто не обязывает, да, Сереж, то есть это принудиловки. Попадали люди на охоты, которые совершенно... никакой активности не проявляют. То есть, в принципе, попадали на охоту все те, у кого было хоть малейшее желание. Никому отказа никогда не было. Потому что, ну, как правило, остаются какие-то невоспользованные лицензии, которые надо закрыть. Нет, дело в другом. Дело в том, что в начале сезона люди насыщаются и мясом, и самой охотой. И просто к концу сезона некоторым просто некуда его складывать. Вот у меня, например, есть мясной ларь на 100 литров. Я могу ездить весь сезон. А у кого-то обычный холодильник дома. Но сколько пайков положить, да. Угу. Так что было бы желание. Но, естественно, приоритет будет всегда в первую очередь в самые лучшие места тем, кто принимает активную участие. В общем, ребят, еще раз ссылка на контакты, как со мной связаться в описании. Хотя, в принципе, кто меня давно знает, и во ВКонтакте мне пишут, и на электронную почту. Будут вопросы, я прям предвижу, где приобрести, хотя я так понимаю, что это не так-то просто, как кажется, где таких вот уток замечательных приобрести, как вообще с этим дела? Смотрите, утки такие есть и в Подмосковье. Достаточно много сейчас заводчиков занимается такими... так сказать, специализированными утками. Не просто какие попало, лишь бы она как бы была, а именно рабочие подсадные. Но средняя цена в Подмосковье это от 3000 в феврале и до 5-6-7 тысяч уже непосредственно перед началом сезона. Вот. Собственно, с выбором в данном случае, конечно, поможет сам продавец, потому что в его интересах вам продать за такие деньги рабочую утку. Если цена вас не смущает, контактов много, в принципе, но непосредственно рекламой я заниматься не хочу в данном случае. Но надо учитывать еще какой момент, что хороших уток разбирают, как правило, задолго до начала сезона, чтобы, во-первых, к ней привыкнуть, ну и, собственно, стараются взять лучших, пока есть выбор. Естественно, к началу сезона остается самое дорогое и самое невостребованное. Невостребованное. Если, как бы сказать, без ограничения по выбору и по более демократичной цене, нужно ехать на испытания в Нижегородскую область. Угу. Проводится также в Тульской области испытания, но поскольку я не имею контактов вот, с заводчиками из той области и не могу конкретно их рекомендовать. И, по-моему, если я не ошибаюсь, они проводят испытания уже после открытия в Московской области. Нижегородцы проводят до открытия в Московской области, то есть можно приехать,
посмотреть, послушать. То есть люди туда приезжают и привозят специально хороших уток на продажу по демократичной цене. Ну, потому... 2-2,5 тысячи вполне реально. Ну, это да, это очень. Нет, ну потому что я просто предвижу, что вопросы будут именно о семеновских. Вот этих именно да. захотят таких. А, я понял. Опять же, значит, насчет их работы и вообще эффективности, да, так скажем, в боевых уже условиях, непосредственно на весенней охоте, ссылочка на фильм с прошлого года «Новгородчина» в описании. И вот одна из них, она как раз здесь. Это вот уже Старка, она мне так... Ну, мы как-то с ней уже, Серег, сроднились. Сдружились, да, как-то. Она, ты знаешь, что там вытворяла? Она так интересно на меня смотрела. Она вот так голову склонит. Вот так я ее снимаю, так она позировала. Очень интересная девчонка. Да. Да, такая интересная. В общем, ребят, все контакты по всем вопросам, если вдруг у кого-то еще возникают. Ну, я думаю, Сергей тут настолько все объемно и детально рассказал, объяснил и показал, что, ну, если все-таки будет вопрос, пишите в комментариях, отвечу обязательно. Что-то, не, если не знаю, спрошу у Сереги. В общем-то, наверное, все. Вот такие дела. Сейчас еще мы посидим, ну, наверное, часть посидим, вдруг кто-нибудь налетит. Все-таки селезни сейчас... Да, но они сейчас ушли на стремнину, потому что все затишки ближайшие подо льдом. Они там лед. Отсюда там... видно, да. Если бы сейчас вот река была открыта, то есть я уже вызаривал уток, были уже налеты, то бишь селезни здесь всю зиму, и поэтому ничего удивительного в этом нет. Такие дела, ребят. Всем пока, большущей удачи. Увидимся на открытии уже. Увидимся в полях. В полях, да. Серега, спасибо тебе за рассказ. Самое беспокойное. Угу. Но она же самая активная. Какая боевая. Ты злая утка или ты добрая утка? Или ты пока еще не определилась? Ну, привет, привет. Самое компактное, самое аккуратное. Угу. Я думаю, боевая активная, подруга. Да?